Я до усрачки рад убраться с Наверии. Не знаю даже, что здесь хуже, холод или корпорации. То ли отморозишь жопу, то ли ее продадут по частям. При всем моем уважении, капитан. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Внутреннее давление уравнено. С атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Пока не появилась эта дамочка по Розине, Аналейс прекрасно совсем тут справлялся. Вершина 15 попала в снежную бурю. Я же говорила, что там не о чем беспокоиться. И к чему все эти слухи? На вершине 15 ничего не случилось. Люди распускают эти слухи, лишь бы отвлечься от работы. Я не могу с вами говорить. Пока не появилась эта дамочка по Розине, Аналейс прекрасно совсем тут справлялся. Торговец предпочитает... Я здесь в качестве покупателя. Хорошо. Торговец предпочитает... Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.
Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Технический персонал Президиума пытается понять, чем была вызвана недавняя резкая перегрузка одной из компьютерных систем. Причина сбоя и первоначальное предназначение пострадавшей системы пока неизвестны. СБЦ расследует этот случай на предмет вандализма и порчи общественного имущества. Приветствую, капитан. Я открою вам доступ. Ваш отчет о событиях на Наверии вызвал удивление Совета, Шепард. Не могу поверить, что вы оставили царицу в живых. Ведь не без веских же причин эта раса была почти уничтожена. Вы должны были их прикончить. Вас там не было, посол. Решение нужно было принять мне. Я поступила правильно. Да? Удачным образом вы стали экспертом по существам, о которых нам практически ничего не известно. Надеюсь, что лет через 50 мы с вами будем оба живы и убедимся в вашей правоте. Геноцид целой расы – ужасная трагедия, посол. Действия капитана были абсолютно верными. Очень мило. Таким гармоничным образом я всем скажу, что мы посчитали правильным выпустить способную к размножению царицу Рахни на поверхность Наверии. Уверен, возражений ни у кого не будет. Да, капитан. Вы знаете что-нибудь о Вермайере? Извините, Шепард. До того, как заварилась эта каша, я даже и названия такого не знал. Это уж вам придется выяснять, что там и как. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится.
Да, капитан. Я могу чем-нибудь вам помочь? Вы доктор? Я решила продолжить. Давайте. Конечно. Если удача повернулась к тебе лицом, стоит зайти в казино в клубе «Сверхновая». Первый раз, когда я сюда попал, я просадил кучу денег в казино. Я разозлился, да как вдарю по автомату. Ну и проломил его. Вот некоторые вечно жалуются, что в жилых секторах толпы народу. А у меня что-то никаких проблем. Передо мной все расступаются. О, конечно. Я верну тебе деньги. Спасибо. С самого начала неважно работало. Эй, ты что, деньги ему возвращаешь? Пожалуйста. Деньги перечислены на твой счет. Ты вернул ему деньги? Слушай, говорю тебе, я купил это здесь. Почему ты мне не веришь? Я не могу принять товар пока. Я знаю, знаю, пока не увидишь чек. У торгашей без лицензии частенько попадается неплохое барахлишко. С возвращением, житель Земли. Покажите. С удовольствием. Да, человек. О, думаю. Да, человек. О. Капитан, торговец.
скончался адмирал Кахоку, блестящий военный вооруженных сил Альянса. Старый солдат, завоевавший любовь подчиненных во время конфликта с батарианцами, умер от естественных причин. После Кахоку остались жена и трое детей. На небольшой закрытой поминальной службе они проводят адмирала в последний путь. Репортер Калиса Аль-Джелани недавно попыталась взять интервью у первого спектра человека по фамилии Шепард. Капитану удалось достойно отвечать на каверзные вопросы и продемонстрировать, что под военной формой скрывается острый дипломатический ум. Эксклюзивный репортаж в нашем следующем выпуске. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.